Есть неравнодушные люди, которые своих не бросают. Ульяновцы активно помогают переселенцам из Донбасса и отправляют гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской республик. 4 конвоя собрали люди разных профессий. Это и фермеры, и предприниматели, и силовики, и политики. Василий Козлов из Майнского района вместе с сыном собрал более 2 миллионов рублей. Фермерская династия не могла остаться в стороне. В первую очередь, как бы обеспокоено о военных, которые необходимо помочь. Вот, я обращался к ОМОНу и прочее, индивидуально подходил к этому вопросу. А потом уже, когда призыв был, естественно, мы помогали, собирали деньги и отдавали фермерское сообщество. А фермерское сообщество, естественно, участвовало в полном объеме со всеми фермерами, помогали, туда отправляли. В здании правительства Ульяновской области наградили патриотов, которые внесли весомый вклад в гуманитарную миссию. Предприниматель Татьяна Жульнитова отправляет помощь не на передовую, а обеспечивает гостей из республик одеждой. В Барыше она организовала пункт приема гуманитарной помощи и подсобила вещами собственных магазинов одежды. Одежда любая нужна была, от носок, и вы сами понимаете, вот не дай бог никому оказаться в такой ситуации. Это как сгоришь и как вот от войны убежишь, это равносильно. Ну, естественно, все мы это самое, как ее собрали. Водители, которые везли гуманитарный груз, видели всякое. Последствия бомбежек в виде руин, испещренных дырами от снарядов. Людей, которые жили не благодаря, а вопреки. По зову сердца отправился в республике специалист спортивной сферы Евгений Макаров. Отвезли, слава богу. Поэтому готов дальше работать, помогать. Алексей Русских поблагодарил всех причастных к благородному делу. Я от всего сердца благодарю вас и ваших многочисленных товарищей за помощь и активную деятельную поддержку нашей огромной общей работы по оказанию помощи тем, кому она сейчас крайне необходима. Землякам удалось отправить на Донбасс более 500 тонн груза. Это стройматериалы, продовольственные товары, одежда и медикаменты. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.